Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ну что, ежедневные награды мы с тобой забираем и посмотрим, сбросили нас или нет. 58 ранг. Ну что, я предлагаю сразу подняться до топчика, потому что завтра, друзья мои, понедельник. А понедельник — это что? Естественно, это новая неделя, это новый буст, это все новое. Так что давай-ка зарядим по полной программе. Мне главное, чтобы завтра проснуться и успеть. Ну, если даже не успею к 3 часам, то под вечернюю зорьку в любом случае мы с тобой пройдем. Может быть, даже он так и будет и лучше. Фиг ее знает. Ну что, давай, Шреддер, бомби. То есть сегодня мы с тобой доделаем все, что не успели, а завтра спокойненько пожинаем все лавры. Так, Эйприл, успокойся. Что ты делаешь? Я не могу понять. Что ты тут выпендриваешься? Тыч! Слушай, а что я тут выпендриваюсь сам-то? Ё-моё, ребята, я что делаю? Мне надо было... Так, подожди, мы тут... Фигню я какой-то ставим. О, кстати, сейчас мы испробуем, насколько хорош этот у нас удар. Ну, не понял, если честно, ребят, не понял. Видишь, они тут усилены. Ну и не забывай, что майки у нас еще пока 64 уровня, так что что-то особенного от него ждать не приходится. Давай-ка, Рафик, звезданей. Тыч! Постепенно убьет, да. Слушай, что-то я тут разошелся, не на шутку. Надо было нам сделать с тобой, во-первых, уклоняшку. Во-вторых, надо было взять провокацию на Рафаэля. Я что-то совсем не то стал делать. Но, тем не менее, мы прошли с тобой идеально. 46-я позиция. Так. Давай-ка начнем. Я возьму Армагошу плюс Леонардо. Армагоша и Леонардо. И вместе с ними пойдет у нас вот эта вот Шайка-лейка-братка. Шайка-лейка-братка. Что это такое? Что это за польский язык, ё-моё? Ладно, врубаем по полной программе. Давай, Армагоша, валунчиком своим тыч, но не ушатал. Но зато Леонардо. Леонардо наш красавчик, вертушкой своей, конечно же, всех валит. Почему этот Леонардо, интересно, вот так вот ложит мечи и кланяется? Он мне напоминает чем-то Усаги, знаешь? Это честь ниндзя или долг ниндзя — поклониться перед боем и после боя. Так, ну что, 35 ранг. Окей. Давай, наверное, возьмем вот эту вот команду. Усаги плюс Бакстер Стокман, Ванюша, Донни и Рокзар. Вот такая у меня отличная команда. Сколько откатов, кстати, я не посмотрел. Я не посмотрел, сколько у нас откатов. Я думаю, что нам хватит. Уж до топчика дойти хватит. Единственное, что я не знаю, что нам дальше делать. Сейчас мы с тобой займем тут лавры наши, да? А дальше-то что? В принципе, ребят, ну вы сами понимаете, что в конце недели уже практически делать нечего. Как говорится, высасываем контент из пальца. Потому что вот с понедельничка, да, и у нас как бы понедельник — это самый топчик. Потому что там идет буст, там как бы все наши персонажи отыгрываются. Там как бы, да, действительно интересно наблюдать за этим всем процессом. Так, ну что, 23-я позиция. Окей, 10 откатов, ребята, у нас 10. Ну что, Супер Шреддер. Так, и вот так. Я думаю, что этого будет достаточно для победы. Что за подлагивание опять начинается, а? Скажи-ка мне на милость. Зэк, бросай свою бомбочку на замедление. Окей. Так, влупим. Тыдыч. Хорошечно. Так, слушай, ну тут постепенно, да, практически на всех висит. Так что, ну давай вот запах изо рта. Противный запах изо рта. В плане Рокс, ты оборзел, что ли, совсем уже, а? По нему две атаки делает, а он хоть бы что, сидит. Ну, ребята, он такой, знаешь, как команда у него, видел? Патронтажи, все дела, гранаты тут. 10 рожков на брюхе. В общем, боевик еще тот. Ну что, 12-я позиция. 57 монет маловато. Берем с тобой, опять же, Супер Шреддера и возьмем, наверное, Усаги. И вот эту вот Шати-братью. Естественно, с этой Шати-братьей, как я ее называю, мы пройдем с тобой вообще без проблем. Тут один только Супер Шреддер и Усаги чего стоят. А стоят они буквально всех наших остальных троих бойцов, которые пошли с нами в довесок. Ребят, не знаю, сегодня, возможно, попробую все-таки
свои ручки дотянуть до игры Усага Яджимбо, поиграть. Ну, я вам сразу говорю, игра однотипная, но пускай хотя бы вам покажу. Единственное, что мне не нравится, что там не регулируется звук. Там она орет, как потерпевшая эта музыка. Я когда начинаю что-то говорить, я даже голоса своего не слышу, до чего она там громко свистит. Не знаю, может быть, побаловаться как-то с настройками именно компьютерными. Может быть, там что-то можно, или в самом редакторе, который записывает видео. Не знаю. Ну, посмотрим. Так, ну что, ребята, быстренько мы с вами вернулись на нашу первую позицию. И это круто. Больше нам здесь пока делать нечего. Забираем с тобой здесь награды. Сразиться. Так, серия испытаний. Погнали. Серия испытаний. Кстати, мы с тобой скоро первый круг уже пройдем. Можно даже сегодня пройти первый круг, если желаешь. Я думаю, что можно, да? Все равно нам особо заняться нечем. Так что можно первый круг пройти. Ну, я имею в виду до Шреддера. Так, какая-то игрулька у нас там. Ребята, готово. Когда вот такой звук происходит, многие спрашивают, в комментариях задают, а что это типа за звук? Ребята, объясняю, звук. У меня рендерится игры, да? Я не через Adobe, а через Sony Vegas. Так вот, там, когда заканчивается, там вот такой вот звук. Это говорит о том, что Рейчик, видос готов, можешь выкладывать его в YouTube. Надеюсь, всем все стало ясно. Так, ну что, давай-ка мы, наверное... Не, у этого месть, так что нужно здесь пробить. Во-первых, броню. А во-вторых, уже самого его. Так, Ванюша слег. Да иди ты. У него была отложенка. Я вот это слово сказал, отложенка, и мне сразу такие, знаешь, ассоциации, что он отложил в штаны там что-то. О чем я думаю, блин? Это на ночь глядя называется, ребят, недосыпы. Очередные недосыпы мои. Так, минус муха. Так, минус пиццелицы, как-то быстро. Так, карачка, тебе это тоже сейчас коснется. Я, наверное, через месть хочу прописать тебе. Жух, одуплилась. По красоте. Так, минус. И тут тоже минус. Отлично, друзья. Ну что, продвигаемся дальше. Как думаешь, нам сразу закончить или попозже? Давай, наверное, сразу пройдем. Че, как говорится, тут, да? Телепунькаться. Тем более тут раз, два, три, четыре. Погоди. А, какой Шред... Друзья мои, какой Шреддер? Мы уже с вами на втором круге. Че это я? Так, конечно же, мы будем сейчас проходить. Че это меня так переключило? Ну, еще раз говорю, ребята, это все недосыпы. С работы толком не поспавшие, не пожравшие, лететь, записывать. Ну, на самом деле, я шучу, но все равно. Очень напряженный график, друзья, очень напряженный. Тогда давай, конечно, будем проходить. Я говорю, на первый круг, говорю, до Шреддера дойдем. Ага. Тут уже до Крэнга рукой подать. Ой, застрявший во времени, да. Сам себя удивляю. Ладно, погнали. Что такое, я не понял. Лежать. Ах ты, гаденыш. Лежать, сказал. Ну. Упал, упал, отжался. Окей, паршивец ты такой. Ну, давай ему хорошенечно. Нормуль. Так, переходим с вами на вторую волну. Здесь можно, в принципе, масуху зарядить. Она будет здесь не лишней. Уж поверь мне. Чпок. И не готова ни шаша. А вот сейчас будет готова. Зачем я так сделал? Можно было бы их спокойно разбомбить обычными ударами. Захотелось мне что-то вдруг выпендриться. Но на следующий бой у нас остается Усаги без суператаки и, естественно, Армагон. Ну, давай перейдем сюда. Зато у нас хил целый, да? Хиловка есть. Кто-то спросил из подписчиков: Рэй, что такое хил? Объясняю, хил это означает, ну, вкратце, подлечиться, вылечить, пополнить здоровье. И все слова хил, отхил, выхилиться, это означает только одно, что нам нужно восстановить с тобой здоровье. Надеюсь, больше вопросов именно поэтому не будет. По этому слову. Тыч. Так. Бомбанули. Двигаемся дальше. Ну а дальше что у нас тут? Крип. Кто-то говорит: Рэй, качай крипа. А не объяснил почему. Вот я встречный вопрос задаю тебе, бро.
чем преимущество крипов? Вот в чем именно ты видишь преимущество? Я лично не вижу. Для меня он слишком слабый танк. Обычно даже ребята, которые не особо сильные именно по прокачке, они, ну, действительно, вот как Донателло. Ну, у них, правда, врожденка по защите. Кто у нас там еще танк? Да тот же самый Железноголовый, и то будет сильнее. Даже когда он был еще не прокачанным, и то он стал сильнее. Из-за этого, в принципе, я его стал прокачивать, то, что у него есть провокация, и у него есть массовая атака. У крипа из массовой атаки только лишь, насколько я помню, замедление идет. Все. И какой-то там отхил. Но отхил именно самого себя. То есть он энергетическим этим потоком, да, струи энергии живительной хиляет только себя. Если бы он хилял бы всех, конечно бы цены ему не было. Так, ну что? Да ладно. Усаги не смог пробить зэка. Это что-то. Это что-то с чем-то. С какой перепуг он два раза ходил сейчас, я не понял. На нем не было двойной атаки, ведь так? Вот на этом есть, я вижу. А тут-то с чего вдруг? На. Получи. Так, Хан, Ванька. Змея Карай. Давай сделаем баф. Давно мы с тобой не делали баф от Усаги. Раньше, ребят, я пищал просто от его бафа. Ну, потому что без него никуда. А теперь мы, естественно, можем справляться с противниками без нашего супербафа. Так, ну-ка. Тыдыч. О, Ванюшка, как ты выжил под таким гнетом? Ума не приложу. Ну, все, ребята, мы его распетрушили. И, соответственно, с тобой двигаемся дальше. Кстати, кто следит за моим вторым каналом, сегодня, ребята, будет выложено, или уже будет, ну, на момент снятия видосика, в общем, рогами вторая часть, конец, развязка всей истории. Так что, если ты следишь, то заходи и смотри, посмотри, чем все закончилось. Так, ну что, у нас с тобой, получается, предпоследний поединок. Давай-ка мы этого Кирбиса, я его так люблю называть, шутя, Кирбис. На самом деле это Кирби просто, ну, я называю его Кирбис. Вжарим. Так, раз. Давай вот так, наверное, добьем его. Да ладно. Давай, Шреддер, не грусти. Костями похрусти. Влупили сюда, теперь нашу мышку наружку. Все. Переходим к основному составу. Тут у нас вот Тигриный Коготь и Шреддер. Это, ребята, истинное воплощение зла, да? Потому что Шархан — это верный пес Шреддера, насколько я понял. Потому что когда мы играли с тобой в игру Черепашки-ниндзя Сила Порталов, как он там выслуживался перед Шреддером, а? Как он там выслуживался. Наверное, и в мультике тоже выслуживался. Так, упадет. Ну, мы его уроним. Я думал, что вот постепеночки, но самим пришлось его добить. Ну что, Крэнк, ты готов? Мы опять к тебе идем. Я знаю, ты сейчас будешь плакать горькими слезами, что опять Рэй к тебе пришел. Ну, такова твоя доля. А здесь, как говорится, получать от нас звездюли. Поехали. Вы думаете, что сможете ворваться на технодром и бросить вызов мне, Крэнгу? Вообще-то да, так и есть. Мы тоже, чуваки. Значит, вы решили работать вместе? Это не важно. У вас нет ни шанса против мощи технодрома или моего измерения Зира. Пора ликвидировать вас, ужасных рептилий, раз и навсегда. Кто этому парню писал тексты? Действительно. Кто ему писал тексты? Вот скажи мне на милость. Пора уничтожить рептилий. Ты на себя-то смотрел, Крэнк, в зеркало? Мы-то хоть рептилии, а ты-то кто? Мозг без черепной коробки. Так, давай, наверное, вот так вот влупим. Нам нужно хинуться, скорее всего, сейчас от Леонардо. Было бы неплохо, кстати, да? Давай залечим раны. Окей-доки. Чпок. Отдуплился. Ну что, Крэнк, сила технодрома. Покажи мне свою силу. Очень хочется на нее посмотреть. Насколько она там у тебя мощна. Давай. Повернись ко мне лицом. Ручки он там потирает. Че, все? Думаешь, тебе твой робот этот поможет?
Сейчас он будет летать тут как веник. Смотри-ка, что творит. Он повесил на меня запретное лечение. А ну-ка, влупи-ка ему супершреддер. Козырно. И тройной укусик. И будет знать, как выпендриваться. Все, друзья. Сдуйся, сдуйся отсюда. Все шикарно. Все шикарно у нас получилось, ребята. Мы с вами сейчас будем брать наши законные награды. Так, ну давай, давай, все. Это мы уже читали. Так, ну, во-первых, пак, который нам, в принципе, не нужен. У нас все это есть. Собрать и сбросить. Открыть все. Так, смотри, ребята. 6 откатов, 24 доллара, 10,5 тысяч мутагена, 86 пиццы. И чистый... А, не, вот-вот-вот. Ну, все это у нас есть. Ничего новенького нам не дали. И по одному из каждого предмета. Собрать и сбросить. Забираем награды. Так, поехали дальше. Сразиться в боях. Ну что, тут у нас все предельно ясно. Мы берем Донни, Космос. И начинаем искать. 10 приманок для маузеров. Чего? 10 приманок для маузеров. Поехали. Одну нашли. Так, вторая. Третья. Четвертая. Слушай, хорошо ищется. Четвертая, ну. Пятая. И все, да, пятая, и на этом. Ну все, сбой. Пошел сбой какой-то. Все, отслеживающее устройство. И ничего более, понятно. Все, сбилась. Сбилась система наведения. Да, ребят, что-то как-то не дают. Закончился успех. Ладно, заберем с собой награды. Плюс поднять уровень персонажа. А прокачиваем мы с тобой нейтрализатора. Слушай, а зачем нам нейтрализатора? Давай мы прокачаем вначале вот этих вот до топчика. Так, 95 уровень у нашего Бакстера Стокмана. Забираем с тобой остатки роскоши здесь. А в магазине что у нас? А, бесплатная колода. Так, 5 бакинских. Кстати, скоро можем купить с тобой 250 телепортов. Да, надо будет накопить, ребята, и обязательно приобрести. Ну что, идем на испытание. Проходить мы здесь с тобой ничего не будем. Просто будем... А-а-а, как же мне тут ролить-то, ребята? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А у меня-то не получится, потому что у меня нету их. Тогда ролить нам сегодня не получится, к сожалению. Ну ничего, я думаю, что в следующей серии, может быть... Кстати, да, мы же там получим деньги, да? Как раз откаты будут. И 250 штук мы с тобой приобретем. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам! Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты.